Так, друзья, всех приветствую. Данное видео посвящено проблеме низкого давления масла на автомобилях Hummer H2, Cadillac Escalade с моторами L92, L94, L9H. Данную проблему мы можем решить. У нас есть решение от компании GM Performance Division. Это маслонасос, изготовленный под заказ. И это лобовая крышка, изготовленная под заказ. Данный насос решает проблему низкого давления масла и обеспечивает у нас стабильное давление масла на холостых оборотах 180-240 килопаскалей. На высоких оборотах выше 4000, стабильно 340-450 килопаскалей он обеспечивает. Данный маслонасос у нас имеет широкий корпус, сам по себе он шире и толще по высоте. Почему необходимо нам менять также вместе с новым маслонасосом лобовую крышку, я вам сейчас покажу. Вот у нас обычный старый маслонасос. Берем его, прикладываем в корпус по посадочным к новой крышке. И видим, насколько у нас объем старого маслонасоса меньше, насколько он меньше занимает пространство. Ну и также можем взять новый маслонасос повышенной производительности, ставим его в старый корпус, а он у нас даже нормально по посадочным не залазит. У нас вот такие зазоры. Итак, данный насос, прошу не путать с насосами от компании Мелинг, которые не имеют ничего общего ни по качеству изготовления, ни по конструкции с ним. Данный насос у нас обеспечивает реально давление на низких оборотах. Насос от компании Мелинг, это Мелинг 295, 355, 365 с приставками High Volume. Они обеспечивают больший объем только на высоких оборотах. На оборотах свыше 4-5 тысяч оборотов коленчатого вала двигателя. А Мелинги же на низких нагрузках, на малых оборотах совершенно никакого преимущества перед штатными насосами у нас не производят. Вот, поэтому данное решение, оно не дешевое, но это гораздо дешевле, чем капиталить полностью весь двигатель. К тому же для отремонтированных двигателей я рекомендую устанавливать данные насосы.